Громкая премьера на «Беларусь-1». «Фактор Бай 60+» в эту пятницу объединит все поколения телезрителей у экранов. Любители и профессионалы. Всего 23 артиста элегантного возраста покажут, на что они способны в эфире. Нас ждет 6 эпизодов проекта. Из них первые 3 выпуска – телекастинги. Это будет отбор в полуфинал. Только 4 участника из каждого выпуска пройдут дальше, чтобы влиться в дюжину лучших. Решение будет принимать звездное жюри. Заслуженные артисты Беларуси Александр Солодуха и Виктория Олешко, певица, актриса и телеведущая Александра Гайдук, а также народный артист России Владимир Березин. Чтобы их поразить и достойно выступить на большой сцене, участники проекта занимались постановочной группой. Под каждого артиста разработана индивидуальная концепция. Кроме того, жизнелюбивые герои усердно оттачивали вокальные приемы вместе с педагогами. Уникальные персонажи. Одному из них, не буду раскрывать все тайны, я на первой нашей встрече сказала: ну скажите, ну откуда вы такой взялись? Как вас столько всего совмещается? Почему мы о вас не слышали раньше? Безусловно, будет интересно, это душа. Они пели не так вокально-технически, да, там, круто, но они выходили с каждой со своей историей, душевной, с жизнью своей прожитой. А это очень важно. И я думаю, что это будет рейтинговый проект, очередной рейтинговый проект на телеканале «Беларусь-1». Поближе с народными героями познакомимся совсем скоро. В эту пятницу выступит первая семерка артистов. Свой вердикт звездные судьи озвучат после всех выступлений. Телезрители в голосовании участвовать не будут. Зато болеть можно и даже нужно. Не пропустите яркую премьеру на «Беларусь-1» 10 февраля в 20:45. Такого вы точно еще не видели.